Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала моего, который называется Тамара 6XL. Скажете, куда я пропала, а никуда я не пропадала. Просто мы ездили отдыхать в Крым и снимали видео, но нет было возможности опубликовывать их. Вот, поэтому все будет по мере возможности выходить в эфир, выходить все это, и я буду выходить. Мы приехали, правда, почти неделю назад приехали, тоже ничего, знаете, после отпуска, как говорится, отдыхали от отпуска, какое-то состояние было, так уж ничего не хочется делать. Ну, снимать надо. Ничего я вам хочу сказать. Да, отдохнули мы хорошо. Накупались, находились, налазились по горам. Вес я свой не потеряла, хотя очень много ходили. Все-таки на море сначала под гору, потом в гору. И 4 раза в день. Это 10 тысяч шагов получалось. Вот, я измеряла за один поход, сколько получалось шагов. У меня получилось 2800 чем-то. Ну вот, а мы 4 раза. Значит, 2 раза вниз, 2 раза вверх ходили купаться на пляж. Вот, и вес у меня стоит на месте. Я за эти 2 недели, даже за 3 недели, я ничего не сбросила, ничего не прибавила. Как он был, так он и есть. Потому что сбросить я не могла, потому что немножко позволяла себе мороженое. В Крыму очень вкусное мороженое, которое я себе позволяла. Есть там, конечно, мороженое без сахара для людей, которые худеют. Ну, там сахарозаменитель добавлен. И, ну, в общем, там все правильные продукты, я почитала. Вот оно, так сказать, чтобы оно вкусное, не очень, но есть можно, в принципе. Ну, я позволяла себе и простое мороженое, потому что оно очень вкусное. Не знаю, в Крыму вкусное мороженое, у нас такого мороженого нет. Тут у меня голос не хрипит, я не заболела ничего, просто не знаю, почему так. Вот, так что будут выходить, видео будут выходить. Правда, опять сейчас нюанс. Выпускать мне помощник мой уезжает в командировку опять на 2 недели, а может быть и больше. И не знаю, как будет выходить видео, потому что такие конкретные видео, там где, ну, где много там работы, я, наверное, может и не справлюсь. Поэтому простенькие я буду выпускать. А какие помассивнее, потяжелее, наверное, будут лежать, ждать моего помощника. Вот. А за еду сказать, особенно мы сначала жили в палатках, и особенно вот чтобы там что-то запретного есть, не ела, не получалось. И потом немножко там дороговато было, в Гурзуфе мы были. Тоже покупали, сами готовили. Поэтому готовили то, что в основном, что полезно. И что мы взяли с собой. А брали в палатках, мы набрали много крупы, гречки, риса. Потом лапша такая, твердых сортов пшеницы, ну, макароны. Да, единственное, что они были с тушенкой. Тушенка была индюшиная и тушенка свиная и говяжья, вот. Тушенка была. Ну, сами судите, за почти месяц я опять не сбросила и не поправилась. Так что, потому что ходьба. Сейчас приехала, надо все немножко себе растребушить, опять ходить. Так-то я сижу на правильном питании, дальше сижу. Не сбивайте, тем более, что свои огурцы пошли. У нас пошел, сорвал и ешь, пожалуйста, сколько угодно. Вот что еще хотела сказать. Ну, продолжаем худеть дальше. Хочется худеть, потому что на фото не очень нравится себе.
Надо форму делать тело уже. А то такое толстое какое-то оно. Рыхлое стало уж некрасивое. Так что надо дальше худеть, продолжать. И немножечко, наверное, спортом заниматься по методике Елены. Ой, как ее фамилия. Забыла. Ой, Анны. Как же, почему она Елена? Анна. В общем, она женщина, похожа на мужчину. Анна Куркурина, вот. Она сушит тело и такое. Она качает тело, надо накачивать. Вот некоторые упражнения мне просто нравятся ее, я вот делаю. Так что, кто смотрит меня, присоединяйтесь еще. Будут выпуски, будут выходы, мы буду выходить в эфир, буду с вами разговаривать. Может, у кого какие вопросы, все расскажу. Ну и постараюсь выпустить эти видео с нашего отдыха. Конечно, там питание совсем прям не, я не показывала, но я показывала, что я готовила. Но в основном старалась есть правильно. Да при этом там булочки, там пирожные, мы такого не ели, нет. Мороженое, вот, грех, мороженое. Булочки, да, без меня ели кое-кто. Нет, да, два пирожка за все время съела, да. Это точно, два пирожка я съела. Такие прям с пылу с жару мы мимо проходили, брала детям, почему не взять. Нет, я у детей просто немножко взяла, по половиночку получилось два пирожка. Вот, ну а так все нормально. Присоединяйтесь ко мне. Подписывайтесь на мой канал. Я никуда не делась. Я буду дальше продолжать и худеть, и выпускать видео. Девчонки, до новых встреч. Присоединяйтесь ко мне.